Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира в семье, добра, любви, солнца вечного, мира в нашей стране, мира в семье, мира в душе. И хочу вам подарить песню, которая называется «Мама» в исполнении Светланы Лазаревой. Но я ее по-своему спою. Но прежде чем спеть, Дим, ты поставишь мне солнышко? Я хочу прочесть стихотворение, которое я посвятила маме, которой в этом году, вот 17 ноября, ей исполнилось со дня рождения 112 лет. Она ровесница революции 905 года, с 905 года родилась. Я песню о маме хочу вам пропеть, той женщине, что нас взрастила, учила нас трудности в жизни терпеть и в добрую жизнь благословила. Ты песен нам в детстве не пела, да песен ли было тебе, когда четверых воспитать ты сумела одна в нелегкой судьбе. Любила ты петь, пела в хоре церковном, молилась за нас и постилась. И в храм ты ходила, такой он красивый, архангел имя ему Михаил. И я поминутно тебя вспоминаю, родная, спасибо тебе говорю. Со мной ты всегда, это точно я знаю, как хочется встретить мне завтра зарю. И вот эта вот песня, которая называется «Мама Богомолица», она прям вот про мою маму и про меня, можно сказать, про нас с сестрой. Эту песню я выучила за 4 дня, потому что я ее буду петь скоро на нашем балу. Вот, должна была петь одну песню, но сказали, что танцевать под нее будем. И я вот за 4 дня выучила эту песню. Попробую спеть. Нет, не на. Кто-то когда-то сказал, что педагог... Почему? Я пятый думаю, что там будет. Да. А ты та слышишь вообще?